Если главы муниципальных образований, на ваших глазах это все происходит. На территории ваших районов. И вы спокойно сидите там и смотрите. И ищете крайнего, если какой-то ДТП произошло. Вы как это не смотрите, когда дороги захватывают? Если хотят бизнес развивать, пускай развивают цивилизованность, а не на дороге. Это что такое, слушай? И на это все смотреть, опять-таки быть статистами, что ли? Офицерами связи, докладывать. На следующем совещании, Давайте протокол несите, мы обратимся к прокурору республики. Пускай он нам подскажет, как быть. Если через судебные органы, А вы знаете, например, если, не дай Аллах, что случится в первой Махачкале, или, например, где мы сидим рядом, будет какая-то техногенная катастрофа, что будет твориться с городом? Потому что все боковые кармашки... Везде застроенный воздух. Как можно подумать о ежеминутном своей выгоде и не подумать о последствиях, которые могут быть для всех? Ну хорошо, как мы будем, если что случится, эвакуировать людей? Роман Махмутович, мы же просто физически не сможем это делать. Согласитесь со мной? Или если не правы, скажите, вы не правы. Так же не бывает, слушай. Идет просто, я извиняюсь за эмоциональность, захват дороги идет, слушай. Это конец света, что ли? Давайте под такое письмо напишем в прокуратуру. Это серьезный вопрос. И мониторинг проведут? Да. Да. Они справку представят, Джамбула Чапевич. Да, да, да. После того, как вы представите доклад, после этого доклада мы доложим Сергея Алимовича и потом направим материалы в прокуратуру.